вот эта мебель, ее можно перетянуть. Это очень классно. Для детской комнаты. Все, что с мягкой, вот недавно мы хотели, не только с мягкой, мы сделали два домика. Вот Виктор делает. Очень мало кто из производителей может позволить себе использовать такие материалы. Я вижу телефоны, и у меня есть матрасы, я режу на свои дела. Зашлифованного, хромированного вот этого медведя в Америку, а потом ему подарили в Тимати. Такой круг сделали. И как тебе экскурсия на производство? Мне понравилось, было очень классно. Мы с мамой даже смотрели. Как тебе экскурсия? Хорошо. Что тебе понравилось? Как человек пилит и делает кровати, да, и диваны. Да. Еще мне понравилось рассказ. Ага, отлично. Нам говорили, что будут показывать эти рассказы. Угу, отлично. Какое кресло тебе больше понравилось? А? Вот это, да, кресло? Да. Угу. Оно вот тут вот железное, а тут мягкое такое, обшитое. Да, отлично, спасибо огромное. Руслан, скажи, пожалуйста, как тебе экскурсия на мебельное производство? Очень понравилось. Угу. А что тебе понравилось?